Это дверь в частное хранилище, то, которое будет служить как убежищем при нападении, возможном нападении. Также эта дверь будет служить как огромный сейф, то есть она расположена в комнате, вылитой из бетона, из толстого, из бетона с толстенными стенками. И эта дверь будет выполнять функцию огромного хранилища для личных ценностей. Дверь выполнена из очень толстых слоев металла, бетона, оснащена сейфово-ригельной системой. Будет установлен трудокодовый замок, также задвижка с возможностью закрытия, то есть частичного закрытия двери. И кроме этого, здесь особенностью будет служить то, что электронно-кодовый замок будет возможность иметь отключение изнутри. И также он будет иметь возможность блокировки, то есть двери полностью, то есть чтобы даже электронным замком снаружи нельзя было ее открыть. Поэтому вот такая вот дверь, вот такой вот сейф, о котором сегодня вам рассказал. Если вам будут нужны, обращайтесь, мы с удовольствием вам их изготовим. Спасибо.